На сегодняшний день, на 24 июня текущего года, в области зарегистрировано 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией и 389 случаев вирусоносителей бессимптомного характера. Прирост заболеваемости показывает 7,3%. Выписано 357 больных. В разрезе районов больше всего случаев заражения КВИ как симптомного, так и бессимптомного характера зарегистрировано в Шалкарском районе. В самом Актобе 849 человек являются носителями инфекции, 291 из них не испытывает признаков заражения. Кроме того, актюбинцы до сих пор поступают в стационары с высокой температурой и затрудненным дыханием. Эпидситуация по пневмонии и ОРВИ остается тяжелой. Было 198 вызовов скорой неотложной помощи, 88 из них доставлено. По поводу ОРВИ, температуры без признаков пневмонии было 204 случая. На сегодняшний день у нас в области 1257 пневмоний, из которых 1163 зарегистрированы в городе и 94 в районах области. В стационарах области находится 645 пациентов с пневмониями, 600 из которых на сегодняшний день находятся в областном центре. Ирина Гусь, по информации РСК, программа «Факт».